Всем привет! Привет, меня зовут Даник. Сегодня мы будем открывать киндер самолета. Только где? У нас на столе лежит самолет. Из мультика «Самолеты 2», да? Где они спасателями были, пожарными. У этого самолета сзади открывается отсек. Посмотри, может быть яйца там? Ух ты, один. Есть еще? Ух ты, второй. Есть еще? Опа! И третье яйцо вывалилось из самолета. Есть там еще в багажном отделении что-то? Все, больше ничего? Вот такие вот яйца, самолеты. Нам непонятно, какой фирмы, но мы точно знаем, что игрушки там офигенские. Игрушки там очень-очень классные. Сейчас мы все откроем и посмотрим. Будем открывать. Давай! Открывай капсулу. Ух ты, какие! Хорошо закрыли, а? И открываем первую мощную капсулу. Ого! 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 Обалдеть! Вот это да! И что у нас там? А ну-ка! Ух ты! Кто это? Это же Дасти Полей Поле, нет? Это Дасти Полей Поле, когда его перекрасили в конце под истребители, нет? Нет, у него истребители. В конце-то, да? Когда он со шкипером уже носился? Вот этот самолет с синей повязкой наверху, его зовут Браво. Интересно. Всего в этой серии 6 самолетиков, что ли? Очень классный самолетик. Собирать его не надо. Сделан он очень-очень качественно, все покрашено. Ну, просто супер. Держи. И второе яйцо Даник открывает. Посмотрим, какая игрушка попадется там. Как ты думаешь, Даник, что там нам попадется? Его брат. Его брат, вот этот второй, который? Да. Которого зовут Эхо? Да. Мы сейчас увидим. А там оранжевая капсула. Я думала, там все одинаковые. Да нет. Давай. Капсулы очень мощно закрыты. Мне было тяжело открыть. А ну-ка, на этот раз как? Ты посмотри, а? Ты посмотри. Это как ребенок это должен открыть, скажи мне. Опа! Ну-ка, я не посмотрела что-то. О, ух ты, это шкипер, да? Это же шкипер. Обалдеть, это вот это шкипер. У него мало того, что крутится пропеллер, у него еще и колесики крутятся тут. Сделаны очень-очень-очень-очень классно. Держи. Ну и осталось последнее яйцо. Что попадется там? Оранжевая капсула. Ты думаешь, оранжевая капсула? А ты думаешь? Я не знаю. Но я думаю, что там Эль Чупакабра попадется тебе. Второй истребитель, да, не хочет, чтобы попался. Сейчас мы узнаем, кто там. Внимание. Еще одна синяя капсула. Реально зверские капсулы. Ну, мы их научимся открывать. О, вот так. Ну-ка, Даник, открывай. Ой, еще один такой же, еще один истребитель, брат-близнец. Два одинаковых истребителя нам попались, очень классные. Если вы любите открывать яйца с сюрпризами, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Пока.